всякие. Друзья, всем привет! Привет из Харькова. Давайте посмотрим. Это рынок Барабашова. Узнаете вы это место? Я вообще не узнаю это место. Во что оно превратилось? Ну, давайте чуть-чуть пройдемся. Посмотрим. У меня такой, знаете, мягко сказать, шок. Ну, как бы знала, что здесь трэш. Но я себе даже не сильно представляла, что значит Барабашова сегодня. Здесь тоже были ряды, но вы видите, что сейчас руины. Люди работают, что-то продают, одежда, джинсы. Далеко идти? Какие-то ларьки работают. Обувь, джинсы. Давайте пройдемся немножко. Да, если не получил, то не было.